Привет, друзья! Вы вновь на канале Makita PT. И, о чудо, набралось 7000, поэтому в пятницу, как и обещал, розыгрыш чего-нибудь. Сегодня в обзоре моторная пила класса Фермер DCS500 с 45-й шиной. Эти инструменты используются для решения широкого круга задач. Даже для валки деревьев. Ну и очень часто их используют в качестве сучкорезов на лесоповалах. Давайте посмотрим, что идет в комплекте, кроме документов. Оранжевая сумочка на кнопке. Здесь у нас свечной ключ, отвертка для карбюратора и уголковый ключ для болтов. Шина 45 сантиметров, находится в защитном кожухе. Цепь пильная, 64 звена. И моторная бензопила DCS500. В категории макитовских бензопил класса Фермер этот агрегат выделяется оптимальным сочетанием мощности, веса и размера пильной цепи. Ее мощности 3,3 лошадиных сил двухтактного двигателя объемом 50 кубов и длины шины 45 сантиметров вполне хватает для значительных объемов работ по распиловке древесины различного размера. Скорость на холостом ходу 2500 оборотов в минуту. Максимальная скорость шиной цепью составляет 13800 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент 2,9 ньютонов на метр при 7000 оборотов. Сцепляющая скорость 3900 оборотов. Диаметр цилиндра 45 мм. Ход поршня данной пилы 31,4 мм. Количество зубьев концевых звездочек здесь 7. Шаг цепи стандартный 3/8 дюйма. Ширина паза шины 1,5 мм. Емкость бака для топлива составляет 470 мл. Масляный бак системы смазки цепи вмещает в себя 270 мл. Таким образом, заявленный расход топлива – 1,2 кг в час. Размеры пилы 831 на 227 на 289 мм. Вес 5,5 кг. Страна-производитель – Германия. Для сбора пилы я надел перчатки, потому что есть риск пораниться о пильную гарнитуру, и вам того же советую. Пильная шина состоит из пильной цепи, самой шины пилы, цепного колеса и звездочки. Вот здесь на крышке гаечная система, и свечным ключом мы скручиваем гайки. Вот здесь мы видим концевую звездочку, 7 зубьев она содержит. Вот здесь у нас стрелочки на цепи. Также мы видим направление режущего зуба. Так вот, на верхней части шины это все должно смотреть вперед. То есть и стрелочки, и направление режущего зуба. Потому что цепь вращается вот сюда. То есть ее верхняя часть всегда идет вперед, а нижняя на вас. Следовательно, цепляем всю эту конструкцию цепью за звездочку и надеваем шину на пилу. Обратите внимание, натяжитель цепи должен попасть в эту щель. Если этого не произойдет, мы должны его вот этим винтом подвинуть. Использовать для этого можно все тот же свечной ключ. Именно его же мы будем использовать, когда будем подтягивать цепь. Обратите внимание также на металлический клык вот этот, который при разрыве цепи обязательно ее ухватит. До конца закручивать нам не нужно, ибо сейчас мы будем натягивать цепь, подтягивая шину вверх и вперед. Затем, как всегда, прогоняем, чтобы не было провисающего пуза. Повторно подтягиваем и закручиваем гайки. Ну и перетягивать цепь, конечно же, тоже не нужно. Вот так выглядит пила в собранном виде. И вот так она хранится при ее неиспользовании. Баки здесь у нас с крышкой S. Вот масляный бак. И вот топливный бак заправляется бензином 92-м 1 к 50 со специальным макитовским двухтактным маслом. Подача масла на цепь осуществляется следующим образом. Вот здесь на дне вот такой винт с тремя положениями. Карбюраторная отвертка, его можно отрегулировать. Газовать данной пилой необходимо с помощью вот этого рычага дроссельной заслонки. Как видите, он заблокирован. Блокировка удобно находится на рукоятке.
Вот так вот и работаем. Красная крышка двигателя крепится вот на такие застежки. Снимается легко, доступ к нему поэтому прост. Двигатель имеет повышенный ресурс за счет особого некосилового покрытия стенок цилиндра, а воздушный фильтр выполнен по двуступенчатой схеме, что исключает попадание в механизм посторонних частиц. Повышенную прочность имеет и картер двигателя, отлитый из прочного магниевого сплава. Для доступа к свече необходим свечной ключ. Вот здесь справа на корпусе, прямо возле рукоятки, имеются регулировочные винты карбюратора. С другой стороны на двигателе находится трос стартера, который не нужно ни сильно дергать, ни бросать. Заводится с полоборота благодаря системе электронного зажигания, которая не нуждается в обслуживании. Карбюратор у пилы мембранного типа. Режимы холодного и теплого старта, а также остановки двигателя регулируются вот этим рычагом. Выключение положения снизу. По правилам рекомендуется использовать вот эту часть шины для пиления. Здесь даже специально имеется металлический зубчатый упор для сцепления с древесиной. То есть вы уперлись в древесину и пилите, затем перешли, еще раз уперлись и пилите. Но далеко не все профессиональные пользователи используют данный метод пиления. Многие наловчились отходить от этого упора и пилить на этих частях шины. В данном случае есть риск попадания вот этой части шины. Следовательно, по движению цепи может произойти отскок, и пила прилетит, конечно же, вам сразу в лицо. В данном случае вот этот инерционный тормоз поможет вам мгновенно цепь остановить. Таким образом, это позволит избежать страшных травм, но главное не забывать оттягивать его назад. Весит пила всего 5,5 кг, поэтому даже на весу не заставит пользователя особо напрягаться. Тем более, что по части эргономики японские инженеры здесь сильно постарались. Это определяется не только сбалансированной по весу конструкции и продуманным дизайном, но и компоновкой рукояток и наличие системы нейтрализации вибрации на них с помощью вот этих пружин. Этот принцип двух масс разделяет корпус на две части. Таким образом, вибрация максимально нейтрализуется. Приобрести моторную пилу DCS-500 вы можете на сайте makita-pt.ru, пройдя по ссылке в описании под этим видео. Перед этим не забудьте поставить этому видео лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы в дальнейшем обзоры не пропускать.